И всем привет, с вами Александр Навас, а сегодня я играю в Far Cry 5. Так что я начну, а вы сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал Навасов. Да. И мы начинаем, да. Ладно, это 12-я часть редактора Far Cry 5, поэтому... Не знаю, давайте уже начинать. Погнали. Так. Так, бежим сразу туда. Так, меня запалило. Так что, наверное, придется с разных этих. Ну ладно. Так. Так, мне его не победить, так что ладно. Ладно. Не в этот раз, ладно. Окей. Ладно. Надо все продумать. Каждый ход. Так. Погнали. Так. Палят. Запалили меня. Тебе нужен слабак. Ну блин, ну меня палят, я не знаю. Меня запалили опять. Так, мы можем добраться сразу до этой желтой хрени. Можем и нет. Никакой пощады! Они нам еще спасибо сказали! Успокоился? Блин, да как так-то? Достаточно такие сложные миссии. Ладно. Давайте еще раз. Так. Погнали. Ну как он меня палит-то, я не понимаю. Опять запалили, я не знаю. Ну, например, ладно, я бегу сюда. Меня опять убивают. Так, ладно. Нужна какая-то тактика, так. Погнали. О, все, он меня не палит. Он не знает, что я там. Хорошая видимость. Отличный день для обстрела грешников. Тихо, 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 так. Хоп! Идеально. Тихо, 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 тихо. Тихо, так. Пробегаем сюда. Тихо, кто-то запалил меня. Так. Тихо, 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 тихо. Ого! Подвигаюсь! Принято! Твою мать, я палю-то. Так, а там? Пора с этим кончать. Это как его? Пулемет. Как он так стреляет-то? Неважно, так, тихо. Тихо, 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 тихо. Пулемет. Ого! Какие там бегают. Тихо, меня сейчас запалят просто жестко. Тише, как? А, точно. Это есть моя игрушка же. Вот так вот. Надо мочить их. Так, ладно. Меня там палят. Добраться надо до следующей точки. А как это сделать? Тихо.
очень, конечно, сложно, почему? Куда они здесь уже? Валить-то буду. Господи, как больно. Они ему не помогают, да? Ясно. Что здесь еще есть? Автоматы. Давайте пистолет возьмем. Пистолет мне, наверное, пригодится, чем просто лук пустой. Так, пулемет тоже у меня нету. Давайте что-нибудь возьмем другое. Если можно, конечно. Ну хотя ладно, пусть будет так. Так, 15 патронов есть. 14. Так. Что они его там сделали, не? Окей. Так, еще один. Так. А, окей, минус один. Тихо, тихо. Лучше вот вместо этого я возьму лучше... Где она была? Пропала, что ли? Вот эта штука. Вот она. Берем вот так вот. Так. Патронов нет, блин. Тихо, 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 тихо. Твою мать. Нахер мне эта хуйня. Валим, 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 валим. Убил. Ну и последнего давайте тоже завалим. Все, по-моему, это последний был. Автомат не пригодится. Так, берем сразу все, что здесь валяется. Так, вот так вот. Випы сразу убил. Я думал, что это будет сложнее. Но все же нормально. Так, ладно, этих я убил. Валяются здесь. Молоток я не могу взять, ладно. Еще, а, это то, что я выбросил. Так, здесь уберем. То, что нам пригодится. Тут я все завалил вообще жестко вообще. У меня тут даже патроны, смотрите, остались.
Прикольно. Так, ну все. По-моему, я все собрал. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И если вы хотите, чтобы дальше я продолжал такие видеоролики про прохождение по редактору, по аркаде Far Cry 5, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Да? В общем, всем удачи и всем пока!